В салонах компании Nuga Best с причиной боли и недомоганий эффективно борются при помощи специального массажного оборудования. Такие массажные техники уже давно используются на Востоке. По сути, это новый взгляд на преодоление недугов, еще не столь привычный в Латвии. Принцип действия очень прост. Лежа на кровати в течение 40 минут в день, человек подвергается комплексу лечебных процедур. Во-первых, это тепло, которое излучают специальные нефритовые роллы. Они же, плавно двигаясь вдоль позвоночника, массируют спину. Эту методику признала эффективной Всемирная организация здравоохранения. В Латвии не один десяток тех, кто выбрал для себя этот способ лечения. Ольге 54 года, а в 50 она не могла даже наклониться. Были боли, начиная с ног и заканчивая шейным отделом остеохондрозом. Руки немели до такой степени, что по ночам вот так вот пальцы были. Казалось, что лопнет сейчас все и вытечет. Я с ними носилась, как с ребенком, потому что просто не уснешь с такой болью. Боль была адская. Ноги болели, каждый суставчик, как будто по ним молоточком постучали. Копчик болел очень долго. Сейчас, слава богу, хорошо все. В Риге открыто уже 9 салонов. И еще по одному в Юрмале, Елгаве, Лепае, Даугавпилсе. Люди приходят сюда с самыми разными диагнозами. Камни с почки вышли, 2. Очки сняла. Да, и это шум в голове прошел. И позвоночник выпрямил, все у меня, все. И даже смешно по-женски все возбудилось. Весь полностью организм обновился, полностью все. А так бы я лежала, я бы не вставала. В Латвии подобное оборудование не имеет аналогов. А приходить и использовать его можно хоть ежедневно, не платя ни сантима. Приятного вам всем массажа. Я приглашаю вас на наше оборудование. Многие после групповых сеансов приобретают это оборудование для домашнего использования. До 10 октября компания проводит акцию, во время которой турманиевый ковер можно приобрести с солидной скидкой, получив в придачу еще и бесплатную подушку для восстановления шейного кровообращения. У нас уникальная акция с большими турманиевыми коврами, которые восстанавливают кровообращение, восстанавливают гормональный баланс, восстанавливают химические процессы в организме, электрические процессы в организме. На ковре мы можем принимать процедуры, прогреваться, делать сауны, делать прижигание, о котором мы очень мало знаем. Это лежать на очень больших температурах короткое время. И чтобы восстановить кровообращение, можно делать сауны тоже, накрываться, выпить воду и пропотеть, и очень хорошее чувство. Организм очищается, и выводится шлак из организма. И просто можно лежать, прогреваться, прогревать больные места и ночью спать на теплом ковре, как на русских печках спали. В салонах Nuga Best ждут каждого, кто нуждается в оздоровлении. И уверены, что волшебный массажер позволит вам наслаждаться жизнью. Адреса салонов на сайте Nuga Best.